91 году на всех недавних граждан Союза Нерушимого свалилась вроде как и долгожданная, но совсем непонятная свобода. Что ни говори, а советский человек привык полагаться на государство. Социальная защищенность, стабильная работа, понятное будущее. И в придачу дружба с поддержкой братских народов. Все понимали, и не народ, а главы новообразовавшихся стран, что практически вековые связи терять не просто нельзя, но и опасно. Определенной спасительной соломинкой стало Содружество независимых государств – СНГ. СНГ было создано как негосударственное объединение, то бишь функционирует оно на добровольной основе. Главной целью Содружества изначально было регулировать отношения сотрудничества между государствами, которые раньше входили в состав СССР. 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще главами Белоруссии, России и Украины было подписано соглашение о создании СНГ. В Беловежском соглашении говорилось о том, что, основываясь на исторической общности народов и связях между ними, нужно развивать свои отношения в различных сферах. Координация внешнеполитической деятельности, формирование и развитие общего экономического пространства, таможенной политики и систем транспорта, связи, социальная и миграционная политики, борьба с организованной преступностью, сотрудничество в области оборонной политики и охраны внешних границ. Но в реальности организация имела слишком небольшое количество точек соприкосновения между ее членами. Ожиданий на СНГ было возложено немало. Но на деле, как выразился президент Российской Федерации, Содружество оказалось скорее инструментом для того, чтобы постсоветские страны могли цивилизованно развестись. Своеобразным клубом, весьма полезным для выявления взглядов руководителей государств на имеющиеся проблемы гуманитарного и экономического характера. При развале СССР возникновение такого достаточно аморфного объединения, как СНГ, долго на этой стадии общественные отношения находиться не могли. То есть что-то должно было возникнуть. Движение в сторону прагматики было неизбежным. Таким образом, лидерам стран Содружества пришлось искать альтернативные интеграционные варианты. На пространстве СНГ сформировалось несколько организаций с более конкретными общими целями и проблемами. На полных правах Украина пребывает аж в двух объединениях. Одно из них – это загадочная ГУАМ, организация, созданная в 1997 году и названная по первым буквам ее учредителей – Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова. Достижения этого содружества наверняка впечатляющие и поэтому держатся в строжайшей тайне. Во всяком случае, простому народу о них ничего не известно. Вторая организация – это Содружество демократического выбора, создание которого в 2005-м инициировал тогдашний президент Виктор Ющенко. Оно занимается такими важными и полезными вещами, как, цитата, «обмениваться опытом в уважении прав человека, а также координировать усилия по поддержке новых и возникающих демократических обществ». На территории СНГ существует ряд организаций, в которых Украине даже теоретически делать нечего. К примеру, Шанхайская организация сотрудничества, объединяющая Казахстан, Киргизию, Россию, Таджикистан, Узбекистан и Китайскую Народную Республику. Или ЦАС – Центральноазиатское сотрудничество, в которое входят все те же государства, только без Китая. Все-таки, как ни крути, а мы точно не Азия. Почему мы не вошли в организацию договора о коллективной безопасности, в принципе, тоже можно понять. Слава богу, хоть с международным терроризмом и экстремизмом у нас относительно проблем нет. Хотя, что касается второй главной задачи организации – борьбы с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. СМИ недавно писали, что Украина по торговле марихуаной уже почти догнала Колумбию. Ну да ладно. А вот почему Украина ни в одном экономическом союзе замечена не была? Ведь экономика – это не только ВВП, ВРП и прочие малопонятные обычному человеку аббревиатуры. Все зависит, в принципе, в жизни от экономики. И взаимоотношения между людьми, и культурные связи, и взаимоотношения между нашими детьми, между нашими музыкантами. Они все равно, все это упирается в экономику, потому что экономика обеспечивает нашу ежедневную жизнь. На территории СНГ существует несколько объединений, которые были организованы с целью сотрудничества в сфере экономики. Евразэс, Таможенный союз, ЕЭП, Проектируемый Евразийский союз.
В отличие от предыдущих организаций, эти у всех на слуху. Правда, для многих данные названия звучат как синонимы, но все-таки это не так. Давайте разбираться. Таможенный союз был создан в 1995 году. Договоренность о его создании была подписана между руководителями России, Белоруссии и Казахстана. Несколько позже к ним присоединились Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Но просуществовало объединение недолго, и в 2000 году было преобразовано в Евразийское экономическое сообщество – ЕвразЭС. Справедливости ради отметим, что хоть к этой организации Украина все-таки причастна. В качестве наблюдателя. И все же и таможенный союз был возрожден. В октябре 2006-го между Россией, Казахстаном и Белоруссией был подписан договор, на основании которого начала формироваться организация нового таможенного союза. Вскоре стали создавать единую таможенную зону. А к июлю 2001 года на границах этих государств был отменен транспортный контроль. При взаимной торговле между странами-участниками ТС не взимаются таможенные пошлины и не применяется большинство ограничений экономического характера. Все три стороны имеют абсолютно равные голоса. Вот абсолютно равные голоса на всех уровнях. Независимо от экономики. Да, экономики Беларуси поменьше, население поменьше, у России существенно побольше, но абсолютно одинаковое количество голосов. Еще в 2003 году звучали намерения о создании другого объединения, которое бы обеспечивало свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Тогда в Ялте между Россией, Казахстаном, Украиной и Белоруссией было подписано соответствующее соглашение. Позже Украина устранилась от процесса. В связи с этим реализация проекта была приостановлена на длительное время. Со всеми перипетиями ЕЭП заработала на территории России, Белоруссии и Казахстана с 1 января 2012 года. Именно на базе таможенного союза и единого экономического пространства планируется создание Евразийского экономического союза России, Белоруссии и Казахстана. Перспективы они определены соответствующими договоренностями на уровне трех президентов. И поставлены конкретные задачи, которые надо реализовывать. Значит, к 1 января 2015 года надо подготовить к 1 мая 2014 года подготовить договор о Евразийском экономическом союзе. А уже с начала 2015 года Евразийский союз должен начать полноценно функционировать. Когда звучит фраза «страны СНГ», мы автоматически причисляем к ним и свое государство. Но на самом деле, юридически Украина не является государством-членом СНГ. Поскольку соглашение о создании Содружества мы подписали, а вот устав СНГ почему-то не ратифицировали. Но, в общем-то, по этому поводу локти нам грызть нечего, ведь ощутимых бонусов СНГ и не дает. Чего не скажешь о реально функционирующих экономических объединениях.